Буэнос-диэс, братва. Ядерный разрывной заряд выше экрана, это значит, что мы продолжаем проходить контрол. Может, голос подашь? Всем привет. Да, я сегодня вновь не один. Напомню, в конце прошлой серии... О, чуваки, опять вы тут зависли. В конце прошлой серии мы залезли в какое-то, мать его, за ногу убежище. В исполнительном отделе, судя по всему. Мы пробовали проходить за кадром. Нам понравилось, с одной стороны. Первую серию, конечно, я не могла. Вторую уже присутствовала. Это не смертельно. Заново начал проходить? Да. Ну, начало-то, естественно, я помню. Так, блядь. Ох, центральный отдел. Ты документ нашел, нет? Да я так. О. Ну, где мастральная, надеюсь, ты там когда найти. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Расскажи нашу будущую. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you comment over. Ну, вообще, у нас была идея заснять МТА. Вдвоем так чисто по угару полавить поржать. Ну, это так, скажем, это пробу так. Пера, да. Пробочный. Игры сейчас с подписчиками и тому подобное. Пробочный вариант. Ну, мы не знаем, захотят ли это. Но да вчера вечером мы поржали от души, на самом это... деле. Это, блядь, чё я так на стол натыкаюсь, а? Я вчера еле уговорил меня попробовать нормально поводить машину. Потому что я не умела нормально. Я разучилась. И, блядь, у неё неплохо получилось, я вам скажу, господа. Так. Манипот рыбно-тудой. Ох ты ж ёпта, чё за злой кумар там ходит? Давай так. Через немогу. Ёптись. Ох ты сучка. Гранату мне кинул. Блядь. Я же тебе сказал, я тебе жопу отстрелю. И тебе. А, опять ты уходишь на связь. Упаные волки. Ох ты ж. Наконец-то я тебя поимел, собака. Вот скажешь про игрушку. Ты поиграл вообще, в целом порекомендовала кому-нибудь? Пока не понял. Mine's the control point. What does that mean? Help me fix it. Опа. Чё это за перестройка? We did it. Hello. Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Опачки. Вот оружие. Да, хороним. Нет, это я в документациях копаюсь.
Резопнули. Да, бывает. Так. Да, с вами прикол, мы играем за женщину. Я такая, думаю, рада какой-нибудь опять мужчину. Хотя бы, вроде бы, даже я тебе эту игру когда-то кидала. Что-то было, да. Что-то кидала. О, чуваки, а вы что там зависли? Но мне чисто понравилась почему-то именно персонаж женщина, когда я увидела. Да, я тебе вроде кидала, она тогда еще под раздачей была. Угу. Ну, вот такие что-то вечно сидим. Вот скул. Давай что-нибудь новое обозревать для канала. Давай. Мы зашли и, по идее, подумали, почему бы и нет. Спойлерить, надеюсь, мы не будем, что здесь четко. Да, потому что мы сами в душе игры... не греем, лол. Нет, описание игры мы с тобой вроде бы читали. Ну, блять, мы его читали, так. Мельком, но все равно, как по мне, описание, это как спойлер маленький уже идет. Ну и где я, блять, ваше убежище должен искать? Опять кабинет директора, где его кокнули. Его теперь здесь нету? Правильно? Ага. Самый прикол... Ой, сука, нах. Будьте здоровы. Спасибо. Так. И самый прикол, когда мы зашли в кабинет, когда была пробная версия, я такая, ничего себе, он бухать. Ну, то есть, вот то, что первое заметил. Сраный бухлозавр. Ага. Ну и еще что мне понравилось, что в игрушке могут быть вставки как из рамки, типа подобие фильма. То есть да, ты сидишь... Я об этом в первой серии говорил, что мне навевает прям пиздец. И то есть в раме как-то особо у меня такого эффекта вау не вызывало, а здесь, ну, на самом деле, когда мы проходили, я залипла. Для меня показалось, как будто это документальный фильм, вот этот вот. Да, хотя мне, если честно, навеяло до кучи еще и Ghost Runner. Тоже вот это вот, когда в отсрал перелетаешь. Я документальные фильмы не люблю, но почему-то на это вот чуть-чуть так подзалип. Опа. Ну-ка, стой. Жалоба на переместившийся санузел. Я знаю, что вы не можете контролировать сдвиги здания, но уборная для укроства отсутствует уже как несколько недель. Я 3 года жопу рвал на посту в Исламабаде и заслужил право на нормальный нужник на работе. Если не можете вернуть его, то хотя бы узнайте, куда пропал. Не, надо все-таки вот эту вот всю дичь зачитывать, наверное. Да, прикольно вышло. Опа, ящик с модом. Усиление энергии. И да, мы записываем чуть-чуть отдельно друг от друга, мы используем новый формат. Да, пробуем с 2 микрофонами работать, поэтому звук несколько различается. Уж извините за... Потому что когда мы снимали посреди ночи, у нас был один микрофон, но с одной стороны было некомфортно. Так... Ищем с вами, не знаем что. А, вон оно, убежище. Я так к другому убежищу сгонзал. Лучше а было так близко. Проходить. Так интереснее. Да. Наверное. Когда ты просто тупишь, а потом просто берешь и залезаешь в интернет. И... Нет, ну мы в интернет не собираемся залезать, будем на своем месте. Джесси Фейден. Я просто визитирую. Oh shit! You're the new director. Hold on, we're coming out. Director Faden, call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily.
Look, somehow, this hostile force, this... Hiss? That works? Somehow the Hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The Hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone, not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Есть он пень, я бы на ее месте тоже обгорелся. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. И вроде бы персонаж прям копия одной девушки, которая уже мы с тобой вроде даже видели. Первой серии, помнишь? Женщина, с которой мы с тобой играем, получается, сделана как-то реального персонажа. Ну, I'm not ready to tell her about you yet. Там же девушка была. Там прям как будто реально человек снимали было дело. This is fucking unbelievable. It's... This is fucking unbelievable. Лиза не наблюдал. Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the Hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Да, конечно. Вопросов не имею, что называется. You with me? You did it before. Push the Hiss out. Мы будем только в пределах этого здания? Ну да. Так, получается, лифт мне как бы нахуй не упал. Интуиция, идем куда, не знаем. Надо найти чувака, который где-то зависает. Он типа как зараженный этой гадостью. Не то разумный вирус, не то что-то в этом духе. Прям пиздец. Какая-то сюрреалистическая дичь. Апокалипсис как у нас. Кто же в 2019 году знал, что какая-то злоебучая вирусня заебет в какой-то момент всю тюрягу. О! Я пропустила, а чем она его там? Не кокнула. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out. Просто поднесла руки к его черепушке, а тот раз растворился. Пиздец, рули. Да где? Какой-то склад. Убежище. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, director. Jesse.
I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. Мне графика очень and нравится, very не знаю, classified. Ну да, несмотря на то, что я занизил настройки. My boss, для лучшей раскадровки. He's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof, this is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. И телефон, который названивает. А вот как тут добраться, это уж большой-большой вопрос. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. There it is again. Our welcome message. Нам тебе надо тут добраться. Да, дело связи, да. Ну да, где ты это понял, ты хотя? И хотя понял, где это находится? Да, приблизительно. Ух ты ж мать твою! Сука. Ну
О, а вы что там зависли, чуваки? Overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. Не знаю, почему мне хочется нравиться красные зоны. Ага, причем они в прямом смысле красные. Так, а еще там по-моему кто-то... Какое-то упражнение, но точно стрельбы, ей-богу. Оп. И сразу злой кумар из него выходит, стреляем. Так а вот кто не нажал, сучка? Да, Белучанский появился из одного. Да-да-да. Фотография и портрет. Что-то он даже на себя не похож. Конечно, с такой работой кукуха тронется, не то чтобы стареешь. Надо, мне кажется, давно уже поехать. Ага, билеты в Орландо. Разбухать начал. Опаньки, еще одна точка силы. Точка контроля. Зачем? Сейчас, погоди. Механический бог. Знаешь, что хотя бы находишь? Я видел сон, я создал машину своего сна. Машину, которая будет вмещать бога, но не такого, которого знаете вы. Еще. Нового бога. Эта машина будет его телом, его сердцем, его разумом. Я построил ее именно так, как увидел во сне. Я использовал мотор от холодильника, катушки от тостера, вентилятора и ремень ГРМ от своей машины, колеса от скейтборда сына. Бог пока еще не может двигаться, но у меня было видение, что когда придет время, он сам это узнает. Это лишь начальная оболочка. Как ребенок, только механический. То, что богу нужна, отправная точка. Если хотите побеседовать со мной, свяжите по адресу, указанному на коверте. Мой телефон больше не работает. Мне пришлось использовать панель набора номера для создания бога. Выдал бы ебэ. Точки контроля. Опачки. Да мой же твою. Я тебя всю бичу расквашу, конь. Что-то хуёвное. Хуй хуёвец. О, как.
Пик. Я очаровал бы, наверное, не прибежит ни хера, тут разгром. Ну, если перебегут, то получит двойничу. Да, это хрена моя пробежался. Да, как он пробежался. О, там еще. Двойничу получит. Не знаю, поймут ли меня, только я не выгляну с тобой. Чё ты сказал, Ра? Тук. Чистим, чистим, чистим. Вилочкой, вилочкой. Так, так. Опа. Стены съёжились. Ништяк. Так, отдел связи мы зачистили. Ништяк. Не, нафиг. На этой ноте мы, наверное, и притормозим. Спасибо всем, кто присутствовал. Лайк, подписка. До свидания. Надеюсь, братва. Увидимся в следующем видосе.